Напомню, талантливый пианист из Улан-Удэ Дмитрий Маслеев стал обладателем золотой медали на 15-м международном конкурсе имени Чайковского в номинации «Фортепиано». Там он одержал безоговорочную победу. Впечатление массовое. В самом начале просто оправление такое, ну, а ближе к середине уже от волнения, можно сказать, ничего не осталось, потому что все эмоции были вот там уже на сцене. Мы будем чествовать их победителей так же, как и олимпийских наших чемпионов. Вот видите, вы вклад оставили в республике большой, пробили своим трудом, своим талантом, пробили путь для других людей искусства. И я надеюсь, что у нас теперь будут таких звезд больше и больше появляться. В Бурятии Дмитрий Маслеев проведет несколько дней, во время которых запланирован ряд официальных встреч. Далее молодой пианист отправится в мировое турне. Самой ближайшей остановкой станет Стокгольм. Далее Роттердам, Нью-Йорк и Лондон. В Улан-Удэ музыкант еще вернется и откроет новый сезон Бурятской филармонии. Сольный концерт Дмитрия Маслеева состоится 19 сентября. Наталья Китаева, Александр Хамаганов. Первое альтернативное.